всем, вы на канале Spider Reviews, и сегодня будет очередная метал-барахолка. Барахолка Куфор, как всегда, я там пытаюсь что-то найти. И, если честно, нашел два очень интересных для меня диска, которые я очень долго искал. Один диск я уже распечатал, это Morbid Angel Elders of Madness, издание Союз, лицензионное издание от Союз Music, которое вышло в 2003 году, естественно, по лицензии Erased Records. Сейчас посмотрим. Ну, не удержался, распечатал, да, один из моих любимейших альбомов. Так, состояние диска идеальное. Буклетик, черный трей, все это по классике. Да, все отлично, хорошо отпечатано, тексты песен, всякие старинные древние фотографии. Вот, дисочек этот обошелся мне где-то $4.5. То есть, ну, чуть не жалею. Вот такой вот задник. Как бы очень люблю эту группу, очень люблю этот альбом. Впервые я с ним познакомился. Блин, я даже не помню год, помню, была у меня аудиокассета на одной стороне, 45 минут была Morbid Angel, Elders of Madness, а на второй стороне Motorhead, Orgasmatron. Вот такой вот контраст был, как бы вот, один из этих дисков. Второй дисочек еще запечатан, но я знаю, что там, это Darktron. Сейчас будем смотреть его состояние. Как бы это тоже союзовская лицензия. И покупал я их, кстати, у одного продавца, который по ходу распродает свою коллекцию. Вот, еще бы найти Vader за Ultimate Incantation, да, было бы вообще прекрасно. Пока безрезультатно. Как хорошо все запечатано, коробочка. О! Бумажки, как всегда. Куча всякого бумажек. Упакован тоже отлично, как и Morbid Angel, тоже был хорошо упакован. Так, коробочку бросаем. Вот он, Darktron Soulside Journey. Это лицензия от Союза 2002 года. Это лицензия от Peaceful Records. Дебютный альбом легендарный, как сейчас говорят, black metal группа, да, но начинали они как death metal группа. С ними я познакомился, по-моему, году в 92-м, в 93-м, я не знаю, это 91-й год, кстати, альбом. У моего, так сказать, одного влиятельного металлиста была бобина. Диск как бы тоже в идеальном состоянии. Накаточка, все по классике. Так вот, мне привлекло внимание то, именно логотип Darktron, он неплохо рисовал, на самой бобине был написан, нарисован логотип, название альбома, название треков. То есть, как бы я все это дело сразу же переписал себе, ну, слушал, отличный death metal. Вот такая вот обложка. Тут, правда, текстов нету, вернее, тексты есть, тут нету. Буклета, разворотик, да, вот. Такой вот разворотик с текстами песен и, собственно, такой бафомет. На инлее логотип Darktron. Ну и, собственно, сзади, как вы видите, юные музыканты, трек-лист и т.д. и т.п. Во многих как бы журналах, тот же Fenris, когда они начали играть Black Metal, это, естественно, второй их альбом, A Blaze in the Northern Sky, то есть, как бы, когда я его, кстати, услышал, тоже немножечко офигел, то есть играли Death Metal, да, стали играть Black Metal. Так вот, во многих изданиях Fenris открещивался от дебютного альбома и говорил, что дебютный альбом Darktron — это именно A Blaze in the Northern Sky.
Хотя сейчас, как бы, этот альбом они признали. И я считаю, если честно, этот альбом одним из лучших альбомов в дискографии этой легендарной норвежской группы. Хотя, в принципе, мне весь Darktron нравится. И дэс-металлический, и блэк-металлический, и то, что они играют сейчас. Это там непонятное, то ли краст блэк панк, то ли там спид хэви метал, там, короче. В общем, сами вы все это прекрасно знаете, группа довольно известная. Вот, на этом как бы и все. Пишите, что интересного, где и чего вы нашли. Реально очень интересно узнать, как бы. А мы будем дальше продолжать поиски на всяческих барахолках. Еще раз скажу, диски обошлись мне по $4.5. Всем металл, до новых встреч, пока.